одна шайба в этой игре для вот Матвеева ничего не решил. Участие принимал, но ввел его в игру Алексей Кудашов только в третьем периоде. В том периоде, в котором Локомотив сумел забросить дважды. Не то, он отыграл там буквально две смены. Чуть больше минуты. Не последует удаление. Страсти еще больше закипают. Высказали тут Широкого, что он неправильно атаковал Красковского. Ну и вот такие разговоры.